Витамины. Витаминами называются низкомолекулярное соединение органической природы, не синтезируемые в организме человека, поступающие из в составе пищи, не обладающие энергетическими и пластическими свойствами, проявляющие биологическое действие в малых дозах. Витамины образуются путем биосинтеза в растительных клетках и тканях. Большинство из них связано с белковыми носителями. Обычно в растениях они находятся не в активной, но в высокоорганизованной форме и, по данным исследований, в самой подходящей форме для использования организмом, а именно в виде провитаминов. Их роль сводится к полному, экономичному и правильному использованию основных питательных веществ, при котором органические вещества пищи высвобождают необходимую энергию. Недостаток витаминов вызывает тяжелые расстройства. Мной систематизированы основные виды витаминной недостаточности. Смотрите конец этого раздела, таблица 1. Скрытые формы витаминной недостаточности не имеют каких-либо внешних проявлений, и симптомов, но оказывают отрицательное влияние на работоспособность, общий тонус организма и его устойчивость к разным неблагоприятным факторам. Удлиняется период выздоровления после перенесенных заболеваний, а также возможны различные осложнения. В основу классификации витаминов положен принцип растворимости их в воде и жире, в связи с чем они делятся на две большие группы – водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые витамины участвуют в структуре и функции ферментов. Жирорастворимые витамины входят в структуру мембранных систем, обеспечивая их оптимальное функциональное состояние. Жирорастворимые витамины – витамин А, ретинол, провитамин А, каротин, витамин D, кальциферолы – витамин Е, токоферолы, витамин К, филохиноны, водорастворимые витамины В1, тиамин, В2, рибофлавин, ПП – никотиновая кислота, В3 – пантотеновая кислота, В6 – пиридоксин В12 – цинкобаламин, ВС – фолиевая кислота, H – никотин, Н – липоевая кислота, П – биофлавоноиды, С – аскорбиновая кислота. Витаминоподобные вещества B13 – оротовая кислота, В15 – пангомановая кислота, В4 – холин, В8 – инозитон, БТ, карнитин, H1, параминбензойная кислота, F, полинасыщенные жирные кислоты, U, S, метил, сульфат, хлорид. Витамин А, ретинол, красота кожи и защита от инфекций. Он содержится только в продуктах животного происхождения. В чистом виде это кристаллическое вещество, светло-желтого цвета, хорошо растворяется в жире, неустойчив к действию кислот, ультрафиолету, кислороду воздуха. Растительные пигменты каротиноиды играют роль провитамина А. Каротиноиды от латинского корота, морков, относятся к углеводным соединениям, которые в растениях обычно связаны с белками. Превращение каротина в витамин А происходит в стенке тонких кишок и в печени. Физиологическое значение витамина А. Витамин А оказывает влияние на развитие молодых организмов в состоянии эпителиальных тканей, на процессы роста и формирования скелета, ночное зрение. Так, адаптация зрения к условиям различной освещенности длится около 8 минут при нормальных запасах витамина А и 30-40 минут при уменьшении их наполовину. Витамин А участвует в нормализации состояния и функции биологических мембран. В сочетании с витамином С он вызывает уменьшение липоидных отложений в стенках сосудов и снижение содержания холестерина в сыворотке крови. Особенно витамин А нужен щитовидной железе, печени и надпочечникам. Он один из витаминов, сохраняющих молодость. Например, он продлевает жизнь подопытным животным. Особенно много витаминов а в печени морских животных. Вот почему препараты из печени этих животных, например, картрекс из печени черноморской акулы катрана, очень ценны. Витамин А нужен ушам. Его нехватка может привести к ушным инфекциям и отразиться на механизме слуха. Его с большим успехом применяют в аллергической терапии. Установлено, что приступ сенной лихорадки можно полностью отразить принятием 150 тысяч МЕ, 1 МЕ равно 0,3 мг витамина А. Зарубежные врачи называют его линией обороны от болезни так как целостность покровов и эпителия внутри тела, нормальная их работа – первое условие здоровья. Недостаток витамина А широко распространен. Из-за этого происходит замедление реакции организма спортсменам на заметку. Так в ФРГ проводили опыты с 152 шоферами, которые или не прошли водительские испытания, или имели наибольший список дорожных происшествий. Им давали ежедневно по 150 тысяч МАЕ витамина А, что привело, как сообщает Институт психологии транспорта, к значительному усилению их водительских способностей. Вообще проблема дефицита витамина А остро стоит во всем мире. Производится лечение витамина А, так в Индии детям в возрасте от 1 до 5 лет раз в полгода дают по 110 мг витамина А. Это 200 тысяч МЕ или 40 взрослых норм сразу. Среди детей, получивших две дозы, заболеваемость глаз сократилась на 75%. Запасы витамина А могут в печени составлять резерв 500-дневной потребности. Они откладываются там в форме эфира высших жирных кислот алииновой, пальмитиновой и стеариновой. И возможно, по этой причине, несмотря на столь высокие запасы, не наблюдается явление гипоксида. Витаминоза. Заметим, что витамин А накапливается в печени из каротина, но не из витаминной диеты. Среди сельского населения острова Ява, питающихся неполированным рисом, зелеными овощами и фруктами, не наблюдается признаков нехватки витамина А. Наоборот, установлено, что снабжение витаминов А достаточно полное, хотя их пища не содержит молока, масла и почти лишена яиц. Потребность витамине А составляет 1,5 мг в сутки, что равняется приблизительно 5000 МЕ. 1 МЕ равняется 0,3 мг. Причем не менее 1 трети потребности должно быть удовлетворено за счет самого витамина А, а 2 трети за счет бета-каротина. Гипервитаминоз с витамина А встречается крайне редко так как нужны необычайно высокие дозы, поступление которых в жизни трудно осуществить. Вот один из таких случаев. Английская газета Times сообщила о смерти ученого Брауна 48 лет. В статье под заголовком «Морковная диета убила ученого» говорилось, как установило расследование в Кройдоне сторонник здоровой пищи, выпивавший по 8 пинт, а пинта равня целых. 5,6 литра морковного сока в день был совершенно желтого цвета, когда умер. Врач заявил, что Браун умер от отравления витамином А. Уменьшают запасы витамина А алкоголь, канцерогены, висмут. Сильно уменьшение в диете белка с 18 до 3% уменьшает отложение этого витамина в печени более чем в два раза. Разрушает его кислород воздуха, кислоты, ультрафиолетовые лучи. Прогоркание жиров ведет к разрушению Витамина А. Важнейшие источники витамина А. Печень, сливочное масло, сливки, сыр, яичный желток, рыбий жир. При тепловой обработке витамин А значительно разрушается. Каротин. Каротин ненасыщенный углеводород, оранжево-желтый пигмент, поэтому он находится в плодах, листьях цветов, имеющих оранжевый пигмент, окраску. Белок, связанный с каротином, является Важнейшим фактором химической стабилизации его в растворе, особенно при облучении и доступе кислорода, каротин легко разрушается. Физиологическое значение – это прежде всего возможность снижения канцерогенного риска от облучения и табачного дыма путем регулярного употребления моркови. Часть бета-каротина, который не превращается в организме витамин А, выполняет особые защитные функции. Уже теперь умеренное и регулярное употребление красной моркови и сока из нее можно рекомендовать в качестве фактора снижающего риск развития преждевременного старения и опухоли. Это ценнейшая информация о каротине взята мной из книги Веленчика ⁇ Биологические основы старения и долголетия ⁇ Полагается, что каротин усиливает действие половых гормонов. Содержание в плазме крови человека каротина колеблется. От 80 до 230 миллиграмм процентов. И зависит от поступления с пищей. При некоторых заболеваниях, экзема, спру, содержание каротина в крови составляет от 8 до 30 миллиграмм процентов. В организме человека он откладывается в печени, сердце, нервной ткани. В костном мозгу, семенниках, яичниках, коже, особенно в стопах и ладонях. В виде масляного раствора бета-каротин в два раза менее активен, чем витамин А. Исключительно важным фактором усвоения каротина является наличие в кишечнике желчи. Дети усваивают его хуже, чем взрослые. При очень больших дозах искусственного каротина усваивается 1-2%. В отличие от витамина А, каротин в больших дозах не токсичен и не вызывает гипервитаминоза. О важности в нашем питании витамина А и каротина говорят следующие факты. По данным ВОЗ, от ОРЗ, насморка, атита, ангины, бронхита, пневмонии, возникающих из-за нехватки витамина А свыше... 1 миллиона мужчин от 40 до 60 летнего возраста становятся инвалидами. Образование слюного камня на зубах, как считают специалисты, есть нежный признак скрытых патологических процессов. Образование камней в печени и почках вследствие нарушения обмена веществ при перерождении слизистых оболочек и развитии Воспалительных заболеваний. Вспомните из раздела о пищеварении, как быстро случивается эпителий желудочно-кишечного тракта. И если он полноценно не успевает восстанавливаться, происходят самые разнообразные заболевания. Тут и язвы, и несварение, и полипы, и злокачественное новообразование. Причиной дефицита витамина А и каротина их много. Неполноценное питание, низкое содержание в продуктах, нарушение усвоения или повышенное потребление при заболеваниях, беременности, спортивных тренировках. У детей период интенсивного роста это 2-5 лет и полового созревания. В качестве профилактики регулярно на завтрак ешьте салат, содержащий много моркови или пейте морковный сок. Такого режима питания придерживался Поль Брех. Вот что он пишет в своей всемирно известной книге «Чудо голодания». Примерно через час после этого совершаю мой первый за день прием пищи. Обычно это Салат из свежих овощей на основе моркови капусты и зелени. Именно в этих продуктах каротина предостаточно. Суточная норма бета-каротина 6000 МЕ. О витамине А и каротине в целом. Бета-каротин – антиоксидант или противоокислитель. Если вы получили передозировку витамина А, у вас могут быть побочные явления. Принимая бета-каротин, у вас передозировки не будет, так как организм Возьмет из него столько витамина А, сколько ему надо. Остаток же будет действовать как противоокислитель. Без витамина А не может быть гладкой здоровой кожи и функциональной слизистой оболочки. Наша кожа становится шершавой, сухой, местами лопается и черствеет, на лице появляются угри, на теле нередко фурункулы. Витамин А стимулирует производство слизи, которое предохраняет тончайшую оболочку от высыхания. В поврежденных местах кожи и слизистой оболочки наносится быстро инфекция. Появляется сухость в носу, горле, кишках и мочевых каналах. Поврежденная слизистая оболочка на бронхах и в легких ведет к неспособности их сопротивлению к болезням. Поэтому нередко бывает воспаление легких со смертельным исходом. Без витамина А клетки, производящие слизь, отмирают, образуется ороговевший слой в легких, желудке, кишечнике, мочевом пузыре, половых органах, а также также на коже. Следствием этого могут стать боли в желудке, нарушение пищеварения, воспалительные процессы в мочеполовой сфере и даже рак. Витамину А принадлежит решающую роль в осуществлении функциональной деятельности органов зрения. Он является компонентом белка из которого состоит сетчатка глаза. По действием света этот белок расцепляется, в результате чего зрительный нерв посылает в зрительный центр головного мозга импульс, и человек видит. Если его не хватает, неизбежно наступает расстройство зрения. Первый признак того – плохая видимость в сумерках и в темноте. Кроме того, нехватка витамина А ведет к высыханию и затвердению клеток роговицы. И тогда мы лишаемся защитной пленки слезной жидкости. Клетки отшелушиваются, слезные каналы закупориваются, наступает хроническая сухость глаз. При нехватке витамина А может быть замедление роста у детей. Рост в конечностях главным образом происходит в области суставов. Именно клетки хрящевой ткани наиболее активно участвуют в процессе обмена веществ и требуют большого количества витамина А. Витамин А укрепляет челюстные кости и таким образом предотвращает неправильный прикус, увеличивает устойчивость десен к инфекциям и воспалениям. Необходим слуху, печени, особенно после болезни Боткина. Наши мускулы легко утомляются, в ушах появляется большое скопление серы, волосы и ногти становятся ломкими и теряют свой блеск. Витамин А необходим и в такой деликатной сфере, как любовь, секс и продолжение Рода. Если витамина А недостаточно, то возникает дефицит сперматозоидов в семенных клеток у мужчин и снижение полового лечения и бесплодие у женщин. Признаки недостаточности: почти 30% людей обладают запасами витамина А на пределе риска. Как результат: поражение кожи, сухость, шелушение, прыщи, подверженность инфекциям, в особенности респираторным. Орениты, Рениты, ларингиты, бронхиты. Ночная слепота с потерей остроты зрения в сумерках. Сухость роговой оболочки глаз за счет закупорки слезного канала, эпители которого подвергается ороговению. Плохой рост костей, астралгия, то есть боли в суставах. Повреждается зубная эмаль. Потеря веса, замедленный рост, бессонница, чувство усталости. Задержка полового развития у подростков и половые дисфункции у взрослых. Лечебно-профилактическое значение. Торможение процессов старения организма антиатеросклеротическое действие, что означает профилактику развития ишемической болезни сердца и сосудистых поражений сосудов головного мозга, профилактика развития онкологических заболеваний, применение у больных с атрофическим гастритом, снижением секреторной функции желудка, язвенной болезнью желудка в сочетании с пищей, содержащей цинк. При плохо заживающих ранах, ожогах, при обострениях хронических заболеваний органов дыхания и мочевыделительной системы для поддержания нормального состояния кожи, слизистых оболочек, костей, зубов, волос, десен для лечения фрункулеза, карбункулов, трофических язв. Помогает избавиться от старческих пигментных пятен. Способствует поддержанию нормальной функции предстательной железы, особенно у мужчин старше 40 лет. Необходим во время беременности и кормления грудью. Способствует избавлению от многих расстройств зрения. Сдерживает развитие глаукомы. Повышает сопротивляемость организма к респираторным и другим инфекциям укрепляет иммунитет, необходим для роста костей, обеспечения функций яичек и яичников, эмбрионального развития, дифференциации тканей то есть образование из общей массы делящихся клеток, плода, органов и тканей для регуляции роста, кому может потребоваться дополнительный прием, людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, людям, страдающим изнурительными хроническими заболеваниями или длительное время имеющих высокую температуру, длительное время пребывающих тяжелом стрессовом и эмоциональном состоянии. Для восстановления после хирургического вмешательства или после тяжелых травм и ожогов. Детям с ослабленным иммунитетом. Естественные источники. Рекордсмены по содержанию бета-каротина. Щавель, тыква витаминная, морков и особенно облепиховое масло. Абрикос свежий, арбуз, зелень горчицы, кабачок грунтовой, капуста огородная, листья салата латука, молоко цельное от домашней коровы. Морков облепиховое масло. Витамин D, кальциферол строитель прочного скелета. Известны около 7 веществ, обладающих антирахетической активностью, из которых витамин D наиважнейший при действии на кожу. Ультрафиолетовых лучей образуется холекальциферол, витамин D, из своего провитамина, содержание которого особенно высоко в коже, обладающей высокой витаминной активностью. В растительных организмах содержится эргостерин, являющийся провитамином D физиологическое значение. Витамин D нормализует всасывание из кишечника солей кальция и фосфора, способствует отложению в костях фосфора и фосфата кальция, то есть укрепляет зубы, и препятствует заболеванию рахитом. Имеются также указания на роль витамина D в определении ряда свойств мембранов клетки и субклеточных структур, в частности их проницаемости для ионов кальция и других катионов. Суточная потребность витамине D взрослых людей, а также детей старше 3 лет, составляет 100 мЕ. Детей до 3 лет – 400 мЕ. МЕ, насколько я понимаю, международная единица. Высокое содержание витамина D – в зародышах зерновых, зеленых листьях, пивных дрожжах, рыбьем жире, богатые им яйца, сливочное масло, молоко. Провитамин D содержится в белокочанной капусте и в небольшом количестве в моркови. Применяется с лечебной целью, а также в качестве профилактики витамина D требует предосторожности. Он токсичен, но это касается витамина D, полученного искусственным путем и принимаемого как витамин Витаминный препарат. Естественный витамин D, содержащийся в продуктах питания, подобным действием не обладает. Признаки недостаточности. Главным признаком недостаточности витамина D является поражение скелета. Рахит. Детское авитаминозное заболевание проявляющиеся в неправильном формировании костей скелета, отставанием в росте, искривленные ноги, чаще всего колесом или иксом, неправильно сформированные суставы или кости, позднее развитие зубов, слабая мускулатура, апатичность. Остеомиеляция, рассасывание костной ткани, которая проявляет себя в виде боли в ребрах, нижней части позвоночника, болях в тазу и ногах, спазма и слабостью мышц, хрупкими и легко ломающимися костями. Лечебно-профилактическое значение. Достаточное поступление витамина D в организм оказывает множество благотворных влияний. Способствует всасыванию кальция и фосфора из тонкой кишки, регулирует рост, затвердение и восстановление костной ткани, предупреждает рахит, используется для лечения недостатка кальция в крови при заболеваниях заболеваний почек, способствует нормальному росту и развитию младенцев и детей, обеспечивает прочность костей и зубов, уменьшает риск заболевания раком молочной железы и ободочной кишки противодействует проявлению ранних признаков старения. Кому может понадобиться дополнительный прием? В первую очередь беременным и кормящим женщинам. Они отдают много своего материала на формирование скелета плода, а затем ребенка. Лицам длительное время подвергающихся влиянию эмоционально-стрессовых нагрузок для быстрого восстановления после хирургического вмешательства. Людям с частично удовлетворением удаленным желудочно-кишечным трактом, употребляющим алкоголь и курящим, людям старше 50 лет, которые мало бывают на солнце, лицам, страдающим нарушениями функции печени, младенцам-грудничкам, особенно находящимся на искусственном питании. Естественные источники – жир из печени палтуса, рыбий жир, сардины, сельдь. Витамин Е, токоферол, главный антиоксидант и хранитель потомства. Другое название витамина Е – токоферол. По биологическому действию токоферолы делится на вещества витаминной и антиокислительной активности. Физиологическое значение увеличивает долголетие и функцию размножения. Витамин Е называют токоферулом от греческого слова тока потомства и латинского ферри приносит. Само название говорит о том, что витамин Е играет важную роль в воспроизводительной функции организма. Он способствует нормальному течению беременности и развитию плода, а также активно участвуют в процессах образования спермы. Натуральные молекулы витамина Е все различны. Что касается искусственного витамина Е, то у него все молекулы одинаковы. Ни одну из них не отличишь от другой. Конечно, они тоже оказывают воздействие на обмен веществ, но это все же относительно мертвое вещество. Ему не хватает удивительного многообразия натуральных молекул. Одно из главных физиологических значений витамина Е заключается в его антитоксическом действии на внутриклеточные липидные то есть жиры. Окисление внутриклеточных жиров обуславливает образование токсических для клеток веществ из расщепленных ненасыщенных жирных кислот. Они могут привести к нарушению функции клетки и затем к ее гибели. Эти токсические вещества подавляются действием ферментов и витаминов. Если в пище содержится слишком мало витамина Е, жиры в организме разрушаются. Типичным признаком этого является старческие пятна на руках. Это скопление жироподобных веществ, окисленных свободными радикалами и образующих с белками твердое соединение. Их практически не удается устранить. Эти пятна в скрытом виде возникают в легких, в нервной системе, мозге, почках, жировых клетках мышцах и других тканях. При достаточном количестве витамина Е в организме они образоваться не могут. Витамин Е предотвращает или устраняет нарушение кровообращения, так как уменьшает свертываемость крови и не дает образоваться тромбом. Он защищает зубную железу и кору надпочечников. Дефицит этого вещества приводит к сокращению образования спермы у мужчин и к дисфункциям матки у женщин. Витамин Е защищает витамин А от свободных радикалов, а оба они относятся к важнейшим иммунным факторам наших глаз. Прежде всего, хрусталика и сетчатки. Особенность действия витамина Е объясняется его расположением в мембранах клеток. От состояния мембран клеток зависит их работоспособность. А так как они имеются в клетках сердца, печени, почек, мозга, легких, желудка, суставов, кожи и тому подобное, то наличие витамина Е благотворно влияет на их нормальную работу. Если в организме возникает дефицит витамина Е, то нервные клетки, через мембрану которых проходят нервные импульсы, начинают плохо проводить эти импульсы. В результате может наступить чувство онемения в плечах и ногах. То же самое наступает и с нервными и мозговыми клетками. Вместо бодрости у человека появляется усталость, вместо радости – тупое существование, вместо активности – вялость. Ей считается не только витаминами кожи, но и крови, особенно красных кровяных телец – эритроцитов. Совместно с витамином А и С – Витамин Е способствует скольжению красного кровяного тельца по капиллярам. По размеру красные кровяные тельца несколько больше, чем диаметр капилляров. Поэтому, продвигаясь по ним, они сплющиваются, напоминая форму с запятой. Другими словами, оболочка красного кровяного тельца должна быть эластичной, что обеспечивает ей прекрасное продвижение по капиллярам и доставку кислорода во все ткани. Если оболочка делается сухой и жесткой, то клетки крови теряют способность принимать и отдавать кислород, нормально продвигаться по капиллярам. Вместе с белковыми молекулами, имеющимися в крови, они образуют сгустки, которые остаются на стенках сосудов, закупоривают капилляры. Важнейшим свойством токоферолов является их способность повышать накопление во внутренних органах жирорастворимых витаминов, особенно А. Токоферолы способствуют активизации процессов синтеза АТФ. Установлена тесная связь токоферолов с функцией и состоянием эндокринных систем, особенно половых клеток, гипофиза, надпочечников и щитовидной железы. Они принимают участие в обмене белка. Достаточный уровень токоферолов способствует развитию мышц и нормализует мышечную деятельность, предотвращая развитие мышечной слабости и утомления. Эта способность широко используется в спортивной медицине как средство нормализации мышечной деятельности в период ударных тренировок. Суточная потребность взрослых в витамине Е примерно 12-15 миллиграмм. Им особенно богаты зародыши злаков, зеленые овощи и растительные масла. Но следует знать, если растительное масло рафинировано, то в нем теряется около двух третей витамина Е. используйте растительные масла, полученные путем холодного прессования и неочищенные. Признаки недостаточности. У детей, особенно недоношенных, дефицит витамина Е проявляется повышенной раздражительности, гемолитической анемии, то есть разрушении эритроцитов, водянки. У взрослых вялость, неврозы, апатичность, неспособность сконцентрировать внимание, слабая потенция. Лечебно-профилактическое значение. Достаточное количество витамина Е в организме противодействует повышенному свертыванию крови, способствует образованию эритроцитов, предупреждает коронально-артериальное заболевание сердца, снижает риск смертельного исхода первого инфаркта миокарда у мужчин, снижает проблемы кровообращения в нижних конечностях, предупреждает рак простаты способствует высокой половой активности, повышает силу и выносливость мышц, способствует заживлению ран и ожогов, существенно замедляет процессы старения, уменьшает симптомы менопаузы, то есть продлевает репродуктивный период у женщины, благоприятно влияет на состояние кожи, избавляет от прыщей, уменьшает размер послеоперационных швов и рубцов, помогает при кожных заболеваниях, способствует предупреждению возникновению катаракты, кому может потребоваться дополнительный прием, лицам, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах, людям старше 50 лет, злоупотребляющих алкоголем и курением, лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, лицам, длительное время испытывающим повышенные эмоционально-стрессовые нагрузки, для восстановления после хирургических операций травм ожогов, лицам, страдающим болезнью печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, лицам, имеющим повышенную функцию щитовидной железы, страдающим от инфекционных заболеваний, естественные Источники. Арахис и арахисовое масло, грецкие орехи, зародыши пшеницы и масло из них. Кстати, все это можно получить из проросшей пшеницы. Кукуруза, кукурузное масло. Витамин К, филохинон, строитель клеточных мембран. К витаминам группы К относятся природные вещества витамин К, филохинон и витамин К2, милохинон. Свое название витамин К получил от слова коагуляция то есть свертываемость, физиологическое значение. Эти витамины участвуют в процессах свертывания крови. Также проявляют анаболическое действие путем участия в продукции АТФ, что важно в нормальном энергообеспечении организма. Вообще витамины К нуждается каждая клетка организма, поскольку он имеет большое значение для сохранения структурных, функциональных свойств клеточных мембран и органел. У взрослых витамин К синтезируется микрофлорой кишечника до 1,5 мг в сутки. Поэтому у них возможен вторичный дефицит витамина К в кишечнике вследствие прекращения его синтеза микрофлорой. Наиболее частой причиной авитаминоза К является болезни печени. К содержится в зеленых листьях салата, капусты, крапивы, люцерны. Под влиянием солнечного света зеленые листья растений вырабатывают его. Из микроорганизмов кишечного тракта, синтезирующих витамин К, наибольшее значение имеет кишечная палочка, населяющая толстую кишку. При переработке или кулинарной обработке продуктов утрачивается лишь весьма незначительное количество витамина К. Признаки недостаточности. У детей отклонение от нормального развития и роста, геморрагическая болезнь новорожденных, характеризующаяся рвотой с кровью, кровотечением из кишечника, пуповины, области обрезания. Симптомы начинают проявляться спустя 2-3 дня после рождения. У взрослых ненормальная свертываемость крови, что может приводить к к носовым кровотечениям, появлению крови в моче, желудочному кровотечению, кровотечению из капилляров и кожи, что приводит к появлению непонятных гематом. Лечебно-профилактическое значение. Нормальное поступление витамина К способствует нормальному росту и развитию организма. Предупреждает геморрагическую болезнь новорожденных. Препятствует ненормальным кровотечениям, вызываемым дефицитом витамина К. Ка регулирует нормальную свертываемость крови, обеспечивает здоровое состояние костей. Кому может понадобиться дополнительный прием? Людям с частично удаленным желудочно-кишечным трактом, всем новорожденным, принимающим антибиотики в течение продолжительного времени, в результате чего может возникнуть дисбактериоз, людям, организм которых вырабатывает недостаточное количество желчи для усвоения жиров, детям, питающимся молочными смесями, заменителями грудного молока, людям, употребляющим минеральные масла от запоров. Естественные источники – белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, зелень листового салата латука, зелень репы Люцерна. Общее замечание относительно витаминов группы В. Витамины группы В определяют общее состояние здоровья. Если они поступают в достаточном количестве, то человеческий организм может жить без животных белков, что особенно важно при аллергиях. Когда же их не хватает, остальные витамины теряют большую часть своего значения и действия. Полное снабжение витаминами группы В обеспечивается приемом пищи, в состав которой входят зеленые листовые растения, цельное и проросшее зерно, пивные дрожжи, орехи. Следует знать, что ниже следующие водорастворимые витамины содержатся в растительной пище и быстро усваиваются организмом. Витамин В1 – тиамин, тонизатор нервной системы. Этот витамин относится к серосодержащим веществам чистом виде это бесцветные кристаллы с запахом дрожжей, хорошо растворимы в воде. При хлебопечении его потери составляют от 10 до 30 процентов, если не употребляются химические и щелочные разрыхлители. Физиологическое значение. Темин быстро усваивается в кишечнике и с потоком крови устремляется в печень, где вместе с микроэлементом марганца и белками образуют ферменты. Миллиарды таких ферментов круглосуточно расщепляют углеводы на глюкозу. При его недостатке происходит неполное усвоение углеводов и накопление в организме продуктов их промежуточного обмена молочной и пировиноградной кислот. B1 играет важную роль в белковом обмене, катализирует отщепление карбоксильных групп и участвует в процессах дезаминирования и переаминирования аминокислот, вовлекается в жировой обмен, участвуя в синтезе жирных кислот, которые не дают образоваться камням в печени и желчном пузыре, усиливает превращение углеводов в жир. Воздействует на функцию органов пищеварения, повышает двигательную и секреторную функцию желудка, ускоряет эвакуацию его содержимого, нормализирующее влияет на работу сердца. Важно отметить, что если нервные клетки не получают свои суточные дозы глюкозы из-за отсутствия тиамина, они разрастаются, стремясь за счет большей площади увеличить контакт с дополнительными артериолами, мельчайшими кровеносными сосудами, из которых можно добыть ценное питание. Плохо то, что с увеличением нервных клеток усвоение глюкозы сокращается на 60%. Защитный слой нервных клеток истончается, теряя свою естественную консистенцию и вязкость. Результатом становятся оголенные, раздраженные нервы. Нехватка тиамина может привести к образованию целых колоний отмерших клеток в мозгу. Люди становятся забывчивыми, не могут ни на чем сосредоточиться. Суточно от 1,3 до 2,6 мг, то есть 0,6 мг на 1000 килокалорий. Источником B1 служат зерновые, не освобожденные от зародыши, пивные дрожжи и печень. Признаки недостаточности. При дефиците витамина B1 отмечается потеря аппетита, усталость, тошнота, психические отклонения в виде депрессии, провалов памяти, учащенное сердцебиение, желудочно-кишечное расстройство, дряблость и атрофированность мышц, отеки, боли и покалывания в конечностях. Лечебно-профилактическое значение. Витамин В1 выполняет много важных функций. Он поддерживает здоровое состояние слизистых оболочек, обеспечивает нормальное функционирование нервной системы мышц и сердца, помогает при лечении опоясывающего лишая, способствует устранению вредных последствий от алкоголизма, цирроза, повышенной функции щитовидной железы инфекции. Позволяет быстрее восполнять организм всем необходимым при грудном вскармливании, беременности, болезням всасывания, истощающим организм по носам. Хорошо помогает он и при ожогах. Достаточный прием продуктов с высоким содержанием витамина В1 быстро выводит человека из депрессии, снимает усталость, повышает аппетит и стимулирует умственную деятельность. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, потребляющим малокалорийную пищу и тем, кто старше 50 лет. Особенно необходим он беременным и кормящим женщинам, лицам, испытывающим длительный стресс, недавно перенесшим хирургическую операцию, страдающим болезнями печени, повышенной активностью щитовидной железы. Продукты, богатые этим витамином, рекомендуется употреблять после истощающих поносов, запоев, а также страдающих диабетом. Естественные источники – апельсин и сок из них, ветчина, горох, изюм, картофель, печеный в кожуре. Полезная информация. Для того, чтобы уберечь витамин В1 от разрушения, готовьте пищу при минимуме воды или пара Избегайте высоких температур, приготовления пищи и длительной подверженности продуктам жару. Сбалансированное питание обеспечит здорового человека достаточным количеством тиамина, что делает его дополнительный прием ненужным. Лучшими пищевыми источниками тиамина являются цельнозерновые продукты и мясо. Витамин В1 – рибофлавин, регулятор обменных процессов. Витамин В1 относится к флавинам, естественным пигментам овощей, картофеля, молока и других. Чистый витамин В2 представляет собой оранжево-желтый порошок горького вкуса, трудно растворимый в воде, легко разрушается на свету. У человека В2 может синтезироваться Микрофлора кишечника. Физиологическое значение Основное физиологическое значение В2 заключается в его участии в качестве составной части флавопротеидов. Витамин В2, присутствующий в органах, на 80% состоит из флавопротеидов, поступая с пищей кишечной стенки а также в печени и клетках крови он подвергается переводу в активно действующее вещество коферменты. Эти коферменты являются постоянной частью дыхательных ферментов. Он также участвует в ферментативных системах, регулирующих процессы окисления и восстановления в ткани дыхание и его тренировка. Витамин В2 является важной составной частью двух ферментов, которые участвуют в превращении углеводов и жиров в энергию. Это своеобразный двигатель организма. От него зависит энергичность и темперамент человека. Без витамина В2 не происходит накопление мышечной энергии, поэтому спорт и физические нагрузки не имеют смысла. Они принесут место бодрости и свежести у Важнейшим свойством b 2 является его участие в процессах роста. Его можно рассматривать как ростовой фактор. b 2 играет важную роль в белковом обмене, а также в обмене углеводов и жиров. Он способствует наиболее полному расщеплению углеводов. Преимущественно углеводное питание повышает потребности в витамине В2. В связи с темой правильного питания, этот абзац имеет огромное значение. Мы будем потреблять каши. Так вот, чтобы от них не возникли самые разнообразные расстройства, чтобы не было слизистых выделений из носа и вы не откашливались крахмалистой слизью, помните о витаминах группы В и сочетайте их с крахмалистой пищей. Только в этом случае все будет нормально. При обильном жировом питании также резко возрастает потребность в нем. В2 оказывает нормализующее влияние на функции органов зрения. Он повышает темновую адаптацию, улучшает ночное зрение и повышает остроту зрения на цвет. Суточная потребность 0,8 мг на 1000 килокалорий Важнейшие пищевые источники B2 – яйца, печень, гречневая и овсяная крупы, проросшие зерна. Признаки недостаточности – трещинки и язвочки в уголках губ, воспаление языка и губ, быстро утомляемая с глаз и их повышенная чувствительность к свету, зуд и шелушение кожи вокруг носа, рта, мошонки, ушей, а также кожи черепа, дрожь тела, бессонница. Лечебно-профилактическое значение способствует улучшению получения энергии из пищи. Сочетание с витамином А позволяет поддерживать здоровое состояние слизистой оболочки, пищеварительного тракта, дыхательной, кровеносной и выделительной системы мочеполовой и прямой кишки. Способствует нормальному росту и развитию организма, особенно в период активного роста. Поддерживает хорошее состояние нервной системы, кожи и глаз. Активизирует действие витамина В6. Является средством лечения хейлита. Это воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах. Беременным и кормящим женщинам, употребляющим алкоголь и курящим, людям, страдающим длительными хроническими заболеваниями. Тем, кто длительное время испытывает стрессовое состояние или перенес хирургическую операцию, лицам, выполняющим тяжелую физическую работу, спортсменам, землекопом и работающим на даче, людям с больной щитовидной железой, гипертериозом, естественные источники: бананы, ветчина, проросшее зерно и хлеб из него. Витамин ПП, неоцин, управитель желудка. По своим физико-химическим свойствам ПП, другое название никотиновая кислота, представляет собой белые игольчатые кристаллы без запаха кисловатого вкуса, весьма устойчив во внешней среде. Физиологическое значение. ПП оказывает влияние на работу органов пищеварения, нормализует секреторную и моторную функцию желудка, лицам с расстройством желудочной секреции и это не желудка, на заметку, улучшает секрецию и состав сока поджелудочной железы, диабетикам, на заметку, нормализует функцию печени, ее антитоксическую функцию, пигмент образования, Накопление гликогена Пп входит в состав группы ферментов, переносящих водород, и таким образом участвует в реакции клеточного дыхания, дыхание и его тренировка и во всех реакциях межуточного обмена, исходя из этого, неоцин считается важным веществом, которое переносит электроны и способствует производству энергии в живой клетке. Поэтому, с одной стороны, неацин помогает снабжать организм энергией, а с другой регулирует наше душевное состояние. Без неацина очень быстро отмирают большие участки тканей и под угрозу становится сама жизнь. Под влиянием ПП в организме повышается использование растений растительных белков пищи. Потребность ПП 6,6 мг на 1000 килокалорий пищи. Признаки недостаточности. В зависимости от степени дефицита витамина ПП различают ранние и поздние симптомы. Так, в начале дефицита у человека наблюдается общая усталость или вялость, потеря аппетита, головные боли, разбухший красный язык, поражение кожи, включая сыпь, сухой шелушок, Улучшение, образование морщин, шершавость кожи, расстройство пищеварения, дерматит или темная пигментация, понос, головокружение, раздражительность. Сильная степень дефицита витамина ПП называется пиларгой и проявляет себя в слабоумии, за которой следует смертельный исход. Лечебно-профилактическое значение. Излечивает пилагру, которая проявляется в поносе, воспалении кожи и, как крайняя степень, приобретенном слабоумии, деменции. Снижает содержание холестерина и жиров в крови, расширяет кровеносные сосуды, чем может снижать кровяное давление, помогает при головокружении, устраняет звон в ушах, облегчает головную боль, предупреждает сердечные приступы, улучшает плохое пищеварение кому может потребоваться дополнительный прием, людям, потребляющим малокалорийную и недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах, растущим организмам и спортсменам, беременным и кормящим женщинам, употребляющим алкоголь и курящим, людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, включая злокачественные опухоли, панкреатическую недостаточность, цирроз печени. Для восстановления от тяжелых травм и ожогов. Естественные источники. Много витамина ПП в гречке, горохе, мясе, проросшем зерне и пивных дрожжах. Арахис, арахисовое масло, белое куриное мясо, говяжья печень, гречка, горох, картофель. Витамин В3. Пантотеновая кислота. В чистом виде В3 представляет собой жидкость желтого цвета, хорошо растворимую в воде, устойчив к свету, кислороду воздуха стабилен в нейтральном растворе. Физиологическое значение. Оно очень многообразное. Укажем на основное. Регулирует функцию нервной системы и нервно-питательных процессов, расстройство которых влечет за собой появление дерматита и других нарушений. Помогает нам справиться со стрессовыми ситуациями, борется с воспалительными процессами и косвенно способствует сохранению или восстановлению стройной фигуры. При нехватке этого витамина возникает ожирение. В3 связан с функцией щитовидной железы, ее тироксин необходим для синтеза коэнзима А из витамина В3 влияет на функцию надпочечников. При нехватке отмечается нарушение синтеза глюкокортикоидов. Пантотеновая кислота предотвращает преждевременное старение, появление морщин, стимулирует деятельность сердца, повышает концентрацию внимания. Без нее не обходится рост волос и их пигментация, то есть насыщение красочными веществами. Потребность от 5 до 10 мг в сутки, помимо того, что синтезируется микрофлорой в кишечнике. Признаки недостаточности. Симптомы дефицита одной лишь пантотеновой кислоты не выявлены. Но при этом считается, что недостаток одного витамина В обычно свидетельствует о нехватке и прочих его разновидности. Прием пантотеновой кислоты рекомендуется с прочими б-витаминными продуктами при наличии симптомов любой б-витаминной недостаточности, например, симптомами повышенной усталости, нарушения сна, потери аппетита тошноты или кожных заболеваний. Лечебно-профилактическое значение. Витамин В3 способствует нормальному росту и развитию организма, способствует высвобождению энергии из пищи, способствует синтезу многих тканей организма, снижает усталость и способствует лучшему перенесению эмоциональных нагрузок. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах. Людям старше 50 лет испытывающим дефицит витамина В, беременным и кормящим женщинам, употребляющим алкоголь и курящим, людям, страдающим длительными хроническими заболеваниями тем, кто длительное время испытывает стрессовое состояние для восстановления после хирургических операций. Спортсменам и рабочим, подвергающим свой организм тяжелым физическим нагрузкам. Естественные источники – апельсины, арахис, арахисовое масло, бананы, брокколи, Горох, проросшая пшеница, особенно зародыши. Витамин В6, пи-радоксин главный биоэнергетик. Он представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. До 50% витамина В6 теряется при стерилизации молока и обработке его на ионитных смолах. Физиологическое значение. Передоксин встречается в нашем организме повсюду. Он принимает участие в обмене веществ, особенно в обмене белков и построении ферментов. В6 играет большую роль в обмене жиров, при лечении дерматитов отмечен лучший лечебный эффект от совместного применения B6 и ненасыщенных жирных кислот. Недостаток B6 в рационе способствует жировой инфильтрации печени. Исследования, проведенные на обезьянах, длительное время получавших рацион с недостаточным содержанием B6, выявили развитие у них выраженного атеросклероза с преимущественным поражением коронарных сосудов. При его нехватке уменьшается количество и качество антител против всевозможных возбудителей болезни. Зубная железа сморщивается сильнее, чем в процессе обычного старения. У женщин, использующих противозачаточные средства, концентрация витамина В6 уже спустя 3 часа после приема таблетки снижается на 20%. Следствием этого зачастую является тяжелейшие нарушения психики. B6 играет большое значение в кроветворении. Он также влияет на кислотообразующую функцию желудочных желез. Высокий уровень B6 в питании способствует повышению кислотности и желудочной секреции страдающим пониженной кислотностью, на заметку. Суточная потребность 1,5-3 мг. Однако не следует принимать в отдельности передоксин. Без витамина В2 витамин В6 теряет свою ценность в 4 раза. Признаки недостаточности. Симптомы B6 дефицита не являются ярко выраженными, но все же к ним можно отнести слабость, некоторую спутанность сознания, нервозность, бессонницу, плохую координацию движений при ходьбе, анемию, бледность языка, мышечное подергивание и поражение кожи. Лечебно-профилактическое значение. Витамин В6 активно участвует во многих химических реакциях с участием белков и аминокислот способствует нормальному функционированию мозга способствует нормальному формированию красных кровяных телец способствует выработке энергии в организме а значит обладает тонизирующим организм действием способствует нормализации нервных и мышечных функций снижает уровень холестерина в крови. Уменьшает воспаление, связанное с артритом. Снижает симптомы предменструального синдрома. Снижает астматические симптомы. Пособствует хорошему сну. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах. Беременным и кормящим женщинам, женщинам, принимающим внутрь противозачаточные таблетки, гормональные препараты, а особенно содержащие эстроген, употребляющим алкоголь и курящим, пожилым людям при прогрессировании процессов старения, людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, тем, кто длительное время испытывает стрессовое состояние, страдающим гипертериозом. Естественные источники. Высокое содержание витамина В6 в пивных дрожжах, печени, твороге, картофеле, гречке, горохе, капусте. Бананы, ветчина, гречка, горох, капуста, картофель в мундире, креветки, лосос. Мясо куриное, пивные дрожжи. Избегайте приготовления содержащих витамин В6 продуктов в большом количестве воды. Витамин H. Биотип. Защитник нервных тканей в чистом виде витамин H представляет собой кристаллы игольчатой формы, хорошо растворимые в воде и устойчивые к нагреванию, кислороду воздуха и действующих щелочей и кислот физиологическое значение. Считается, что он оказывает регулирующее влияние на нервную систему, в том числе на нервно-трофическую функцию. Имеются данные об участии биотина, это витамин H, в жировом обмене. Содержащийся в яичном белке альбумин авидан обладает способностью вступать в кишечнике, прочную связь с витамином H, образует трудно расщепляемое соединение. Такая связанная форма биотина не используется организмом и не проявляет витаминного действия. Таким образом Токсикоз, возникающий при введении больших количеств сырого яичного белка, служит проявлением H-витаминной недостаточности. Суточное потребление витамина H определено в количестве 0,15-0,3 мг. Удовлетворяется не только за счет поступления витамина H в составе пищи, но и в частности за счет биосинтеза кишечной микрофлоры. Признаки недостаточности дефицит проявляется исключительно редко у детей он наблюдается в виде сухого шелушения на коже головы и лица у взрослых он проявляет себя в виде усталости депрессии тошноты Потеря аппетита, выпадение волос. Помимо указанного, у них может быть повышенный уровень холестерина в крови, легкая анемия, конъюнктивит и увеличенная печень. Лечебно-профилактическое значение. Витамин H способствует образованию жирных кислот, облегчает метаболизм аминокислот и углеводов, поддерживает нормальное состояние потовых желез, нервных тканей, костного мозга, мужских семенных желез, клеток крови, кожи, волос. Способствует уменьшению дефицита цинка в организме. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, в больших количествах потребляющим сырые яйца, которые содержат вещество авидан, подавляющее биотин. В процессе готовки яиц это вещество разрушается и проблема сама собой отпадает. Поэтому варите яйца в мешочках. Белок сворачивается, а желток жидкий. Естественные источники: арахис, арахисовое масло, бананы, бурый рис, горох лущенный, горошек зеленый, грибы, куриное мясо, лосось, масло сливочное, миндаль, молоко цельное, витамин ВС или В5 фолиевая кислота защитник от врожденных дефектов развития. Он находится в листьях растений, с чем и связано его название. В чистом виде представляет собой пластинчатые кристаллы оранжево-желтого цвета, плохо растворимые в воде и неустойчивые к нагреванию и действию света. Физиологическое значение. Сфера действия фолиевой кислоты главным образом мозг и нервная система. Он является важной составной частью спинномозговой жидкости. Если в клетках ощущается нехватка витамина В12, молекулы фолиевой кислоты покидают клетку. Таким образом, витамин В12 следит за тем, чтобы в клетках постоянно был достаточный запас фолиевой кислоты. Без него клетки не могут удержать фолиевую кислоту, что приводит к психическим и нервным расстройствам. В этих клетках нарушается или полностью прекращается процесс деления. Витамин ВС, как и витамин В12, оказывает влияние на синтез нуклеиновых кислот, пуринов, некоторых аминокислот, а также холестерина вместе с витамином В12 находится в хромосомах и служит важным фактором размножения клеток. Это особенно негативно сказывается во время беременности на растущем плоде, которому нормальное деление клеток абсолютно необходимо для жизни и здоровья. Фолиевая кислота защищает детей в утробе матери не только от уродства позвоночника, но и сохраняет их от опасности рождения с синими, следствием чего является нехватка кислорода в результате рождения ребенка с пороком сердца. Поэтому если мамы до и во время беременности принимают достаточно фолиевой кислоты, то риск снижается до 70%. BC стимулирует и регулирует. Кроветворение способствует увеличению числа лейкоцитов. Под его влиянием снижается содержание холестерина в сыворотке крови. Суточная потребность витамины ориентировочно 200 микрограмм. Невысокое содержание БЦ в продуктах питания и крайняя его неустойчивость при тепловой обработке существенно затрудняет удовлетворение потребности в нем. Недостаточное количество дополняется за счет... Синтеза микрофлоры кишечника при условии ее нормальной работы. Признаки недостаточности, макробластическая анемия, при которой красные кровяные тельца велики и не по размеру: раздражительность, слабость, снижение тонуса организма, бледность, изъязвленный красный язык, легкие психические отклонения, забывчивость, спутанность сознания. Плохая сосредоточенность. Жидкий стул. Лечебно-профилактическое значение. Фолиевая кислота способствует нормальному формированию красных кровяных телец. Поддерживает нормальное состояние нервной системы, кишечного тракта, половых органов органов белых кровяных телец. Обеспечивает нормальные темпы роста и развития организма. Это особенно выражается в регулирующем формировании нервных клеток период внутриутробного развития эмбриона и плода, предупреждает дефекты развития нервной системы, излечивает малокровие, вызываемое нехваткой фолиевой кислоты по причине алкоголизма, болезни печени, Гемолитической анемии, беременности, грудного вскармливания или последствий использования противозачаточных таблеток. Способствует метаболизму аминокислот и синтезу белков. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах. Людям старше 50. 50 лет, питающимися неправильно. Фолиевая кислота особенно необходима беременным и кормящим женщинам. Женщинам детородного возраста, но особенно пользующимися противозачаточными таблетками. Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями. Тем, кто длительное время испытывает стрессовое состояние. Людям с частично удаленным желудочно-кишечным трактом, перенесшим в недавнем прошлом тяжелым травмы и ожоги. Табак ухудшает всасывание фолиевой кислоты, поэтому курильщики могут нуждаться в дополнительном приеме продуктов, содержащих фолиевую кислоту. Алкоголь делает более вероятным дефицит витамина в организме. Алкоголизм является основной причиной возникновения дефицита фолиевой кислоты. Естественные источники: бананы, бобы проросшее зерно пшеницы, зеленые листовые овощи, капуста брюссельская, капуста качанная, лук перо, пивные дрожжи. Витамин В12, цинкобаламин, главный кроветворец. В чистом виде это красное кристаллическое вещество в виде игл или призм без вкуса и запаха. Теряет свою активность под действием света. Витамин В12 представляет собой очень сложную молекулу с атомом кобальта в центре и является самым удивительным среди всех витаминов группы B. Физиологическое значение. Основное значение В12 в его антианемическом действии. К тому же он оказывает существенное влияние на... Процессы обмена веществ, белков, синтез аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов. У детей В12 стимулирует рост и вызывает улучшение их общего состояния. Родителям и детям на заметку. Дефицит витамина В12 ведет к нервным расстройствам, как в психической сфере, так и в нервных функциях мышц. Этот витамин активно участвует в обмене белков, жиров и углеводов, тесно взаимодействует с витамином С, фолиевой и пантотеновой кислотами. Он способствует использованию запасов железа для кроветворения, помогает витамину А в синтезе тканей тела. При взаимодействии с другими веществами витамин В12 запускает основной жизненный процесс синтез белковых веществ, из которых состоят клеточные ядра и которая содержит всю наследственную информацию. И если своевременно не устранит этот дефицит, человеку грозит нервное заболевание вплоть до рассеянного склероза. Невозможность использования в организме в 12 возникает в результате атрофии железистых клеток дна желудка, продуцирующих гастромукопротеин, который является обязательным компонентом, обеспечивающим усвоение этого витамина организмом. Глистные инвазии могут полностью его захватывать и лишить организм витамина в 12 Суточная потребность В12 12 3 микрограмма. Как утверждается, одна часть медиков, содержится он только в животных продуктах – печени, скумбрии, сардинах, сельдиатлантической, атлантической, нежирном твороге, курятине, говядине, яйцах. Натуропаты же утверждают – это из книги «Солнечная пища на вашем столе», что он синтезируется нормальной микрофлорой кишечника. В этом случае удовлетворение витамина b 12 происходит за счет синтеза его кишечной микрофлоры и из кобальта, поступающего с пищи. Помните следующее. При потреблении белого хлеба, в котором мало клетчатки, необходимой для нормального существования микрофлоры, но зато имеются дрожжи пекарские, синтез витамина В12 будет нарушен. В итоге вы получаете такую картину как при питании только растительной пищей и хлебом. В растениях его нет, а выработать микрофлорой тоже не можете. Дрожжи его разрушают. В результате получаете не оздоровление, а малокровие и нарушение в нервной системе. Это одна из ошибок вегетарианцев. Дрожжевой хлеб замените пресным или, что гораздо лучше, цельными крупами, проросшим зерном. Признаки недостаточности. Далеко зашедшие формы недостаточно витамина В12 проявляются в виде злокачественной анемии. Симптомы этого заболевания такие. Чувство сильной усталости, слабость, в особенности в ногах и руках, тошнота, потеря аппетита и веса, одышка, бледность губ, языка и десен, онемение а и покалывание в кистях рук и ступнях ног, проблемы с сохранением равновесия, гематомы, депрессия, спутанность сознания и ослабление умственных способностей и изъязвленный язык. Если вовремя не устранить дефицит витамина В12, то могут наступить необратимые нервные нарушения. Лечебно-профилактическое значение Витамин В12 способствует нормальному росту и развитию организма лечит некоторые формы нервных расстройств. Продукты с повышенным содержанием B12 обладают лечебным эффектом при злокачественной анемии. С его помощью можно лечить и предупреждать b 12 авитаминоз у людей с удаленными хирургическим путем участками желудочно-кишечного тракта. Пища с повышенным содержанием витамина b 12 предупреждает его авитаминоз у строгих вегетарианцев, вернее у тех, кто неправильно используют растительную пищу. У людей, страдающих болезнями, снижающими всасывание веществ, а также у пожилых людей, страдающих снижением содержания соляной кислоты в желудке. Витамин В12 помогает при расстройствах нервной системы, повышает сопротивляемость инфекциям и простудным заболеваниям, улучшает память и повышает способность к обучению, повышается общий жизненный тонус организма. Кому может потребоваться до дополнительный прием. Продукты с повышенным содержанием витамина В12 требуются людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах. Витамин В12 крайне необходим строгим вегетарианцам. Вегетарианцам на заметку. Злоупотребляющим алкоголь и курением. Женщинам, страдающим большими кровопотерями во время месячных, людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, хронической лихорадкой, тем, кто длительное время переживает стрессовое состояние для восстановления после хирургических операций, травм, ожогов, особенно с большими кровопотерями. Людям с частично удаленным желудочно-кишечным трактом, людям с раковыми заболеваниями поджелудочной железы и кишечника. Естественные источники – говядина, говяжья печень, камбала, ливерная колбаса, молоко цельное. Витамин С – аскорбиновая кислота, универсал жизнеобеспечения организма. В чистом виде это белое кристаллическое вещество кислого вкуса, без запаха, хорошо растворимое в воде. Основное количество до 70% витамина С в растениях представлено в виде аскорбигена, который является связанной формой витамина С, наиболее устойчив к окислению. Возможно, наличием аскорбигена можно объяснить стойкую витаминную активность плодов и овощей. Хотя витамин С входит в группу водорастворимых витаминов, он обладает тремя индивидуальными особенностями, существенно выделяющими его из этой группы. Первое. Отсутствие в биологическом действии витамина С коферментных функций, то есть отсутствие ферментативной системы, в которую витамин С входил бы в качестве специфического целенаправленного структурного компонента данного кофермента. Второе. Витамин С постоянно входит в белковую часть ферментных систем фермент и таким образом участвует в синтезе белковой части всех ферментов, чем и объясняется широкий спектр его биологического действия. Третье. Неспособность самостоятельного синтеза витамина С в организме человека. Физиологическое значение. Биологическая роль витамина С в организме связана с окислительно-восстановительным действием. Витамин С представляет собой интерес благодаря непосредственной связи с белковым обменом. При дефиците витамина С в организме снижается использование белка, а потребность в нем возрастает. Соответственно, при белковой недостаточности, в частности при недостатке животного белка, нарушается нормальное восстановление тканями дегидроаскорбиновой кислоты в витамине С и повышается потребность витамине С. Молекулы витамина С, увеличенные под микроскопом, напоминают разноцветные фонарики. Они настолько просты, что могут проникнуть в круг уже в слизистой оболочки рта. Например, когда мы едим апельсин, лимон и так далее. Витамин С выполняет в организме две важные задачи: укрепляет иммунную систему и стабилизирует психическое состояние человека. В иммунной системе витамин является злейшим врагом всех возбудителей болезни, паразитов, вирусов, микробов и, в первую очередь, свободных радикалов. Люди со слабой иммунной системой очень часто простывают. Витамин С укрепляет соединительные ткани, разглаживает стенки сосудов, начиная от тонких вен и кончая микроскопическими. Капиллярами помогает при варикозном расширении вен и геморрои, устраняет складки и предостерегает раннее образование морщин, убивает бактерии, вызывающие карии зубов. Витамин С разносит по клеткам организма соли серной кислоты. И если этих солей не хватает, в соединительных тканях возникают микроскопические разрывы, что чаще всего проявляется в кровоточивости десен и плохо заживающих ранах, например, после операции. Если кожные капилляры очень нежны и ломки, то уже при небольшом прикосновении или ударе появляются синие пятна, особенно случается это у женщин и у детей. У мужчин из-за сильной мускулатуры пятна бывают редко, но при недостатке витамина С Кровоточат десны. Очень важно знать, что если начинает кровоточить десна, то в большинстве случаев и во всем организме появляется скрытое нарушение кровотечения. Естественно, витамин С обладает удивительной способностью стабилизировать вес, то есть обеспечить производство гормонов стресса, превращающих жир в форму и тем самым дает надежду тучным людям приобрести вновь стройную фигуру. Витамин С высвобождает железо из стенок кишечника и из желчи и доставляет его в кровь, чтобы насытить клетки кислорода. Он ускоряет действие кальция, что очень важно для зубов. Поддерживает использование бета-каротина и витамина Е. Высокий уровень витамина С в организме способствует наиболее полному созданию гликогенных запасов в печени и повышению ее антитоксической функции. Высоким содержанием и высокой потребностью в витамине С характеризуются эндокринные системы гипофиз, гипоталамус, надпочечники и другие железы. Повышенной потребностью и высоким содержанием витамина С отличаются внутриклеточные мембранные системы. Наиболее богаты витамином С рибосомы и все другие органеллы и клеточные структуры, в которых происходит синтез белков. Недостаток витамина С приводит к нарушению устойчивости организма не только к инфекциям, но и к действию некоторых токсинов. Витамин С обладает некоторым защитным свойством в отношении ряда токсических веществ: свинца, сероуглерода, анилина, нитрозаминов и других. Он оказывает блокирующее действие в отношении образования в организме токсических соединений. Витамин С, как и витамин Е, обладает антиоксидантными свойствами. Суточное потребление от 60 до 100 мг. У курящих людей витамин С усваивается крайне плохо, и даже при достаточном поступлении с пищи наблюдается его дефицит. Установлено, что неправильная микрофлора кишечника может разрушать витамин С в кишечнике до его поступления в кровь. Если пища хорошо обработана слюдой во рту, то благодаря этому нет потерь витамина С. Признаки недостаточности. При недостатке витамина С в организме развивается цинга. Цинга проявляет себя в виде мышечной слабости, распухших и кровоточащих десен, расшатывания, а потом выпадения зубов, усталости, депрессии, подкожных кровоизлияниях. Распухают и болят суставы, появляются носовые кровотечения, часто появляется малокровие, которое выражается в виде слабости, быстрой утомляемости, бледных кожных покровов. Дефицит витамина С приводит к частым инфекционным заболеваниям – постоянным простудам. Если у вас медленно заживают порезы, ссадины, ранки – это указание на дефицит витамина С. Лечебно-профилактическое значение Потребление продуктов, содержащих достаточное количество витамина С, помогает сохранить в здоровом состоянии кровеносные сосуды, дез, и зубы. Продукты с высоким содержанием витамина С способствуют нормальному всасыванию железа в пищеварительном тракте. При этом также быстро заживают раны, ожоги, сращиваются поломанные кости. Предупреждается и лечится цинга. Продукты с повышенным содержанием витамина С являются важным компонентом лечения анемии, в особенности железодефицитной анемии. Продукты богаты витамином С, прекрасно помогают в лечении инфекций мочевых путей, ослабляется проявление герпесных инфекций глаз и гениталий. Важно знать, что витамин С способствует образованию коллагена в соединительных тканях. Этим объясняется быстрое заживление. Повышает всасывание кальция, способствует образованию гемоглобина и красных кровяных телец в костном мозге. Продукты с высоким содержание витамина С препятствует выработке нитрозаминов, которые считаются канцерогенами. Сокращается выработка свободных радикалов, крайне вредных веществ. Повышается функция надпочечников. Еще и лаймус полинг, продемонстрировал на собственном примере, что большие дозы витамина С предупреждают насморк и другие инфекции. Существуют данные, которые указывают на то, что пища богата витамином С предупреждает некоторые формы рака, уменьшает количество холестерина, предупреждает сердечное заболевание, образование тромбов, предупреждает аллергию, снижает проявление артрита, кожных язв, аллергических реакций, уменьшается интоксикация, Вызвано чрезмерным потреблением алкоголя и никотина. Кому может потребоваться дополнительный прием лицам, неправильно питающимся, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах. В возрасте старше 50 лет потребность витамина С возрастает, поскольку количество потребляемой ими пищи снижается, злоупотребляющие табаком, алкоголем и наркотиками. Наркотики буквально высасываются из организма все наиболее ценное и делают человека похожим на сухую щепку. Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, либо острыми заболеваниями с высокой температурой, гипертериозом, туберкулезом. Повышенное количество продуктов с высоким содержанием витамина С требуется людям, много времени, находящимся на холоде и подвергающихся иным стрессовым состояниям. Для скорейшего восстановления после хирургических операций, травм, и ожогов людям с частично удаленным желудочно-кишечным трактом продукты богаты витамином С рекомендуется принимать во время выполнения очистительных процедур и некоторое время после них это позволяет лучше удалять шлаки нейтрализовать вышедшие токсины подавлять очаги инфекции беременным женщинам необходимо включить в свой рацион питания достаточно продуктов содержащих витамин С это объясняется тем что он необходим для нормального развития костей, формирования будущих зубов и соединительных тканей у плода. Последующим во время кормления ребенка необходимо продолжать прием продуктов, богатых витаминов С, чтобы обеспечить нормальный рост ребенка. Естественные источники: все цитрусовые и соки из них, брокколи, брюсельская капуста, грейпфрут, земляника, капуста, картофель. Крест водяной. Наибольшее количество витамина С в сухом шиповнике, черной смородине, землянике, капусте, укропе и петрушке. Это в их зелени. Некоторые рекомендации, позволяющие избежать больших потерь витамина С в продуктах. Потребляйте больше сырых или подвергшихся минимальной кулинарной обработке продуктов. Шире используйте свежие соки. Сокращайте время готовки. При приготовлении овощей микроволновой печи или тушенке используйте очень небольшое количество воды не держите пищу долго при комнатной температуре кушайте ее сразу после приготовления не оставляйте продукты на воздухе и свету они разрушают витамин С витамин П рутин смотритель кровеносных сосудов Витамин П объединяют в группе биологически активных веществ биофлавоноидов. В настоящее время их известно около 500, и все они являются продуктами растительного происхождения. В животных тканях эти вещества не обнаружены. Биологические свойства витамина П и витамина С имеют много общего. Кроме того, отмечается выраженное взаимное усиление этих витаминов проявление биологического действия, физиологическое значение. Основная роль витамина П заключается в его укрепляющих действиях на капилляры и снижении проницаемости сосудистой стенки. Поэтому витамин П нормализует состояние капилляров и повышает их прочность. Потребность точно не установлена. Ориентировочно она составляет половинное количество по отношению к витамину С. Естественные источники – черная смородина, клюква, вишня, черешня, крыжовник. Витамин Н – липоевая кислота. Физиологическое значение. Он участвует в процессе биологического окисления. Из других свойств витамина N необходимо отметить его ростовые свойства и использование с пластической целью. Он обладает антиокислительным действием по отношению к витаминам С и Е, e. также обладает выраженными защитными свойствами в отношении ряда токсических веществ, особенно в отношении солей тяжелых металлов, мышьяк, ртуть, свинец и другие. При этом образуются прочные водорастворимые комплексы, легко выводимые с мочой. Витамин Н предупреждает ожирение печени. С витамини Н ноль пять десятых миллиграмм в сутки. Находится в капусте, рисе, молоке. Витаминоподобные вещества. Эти вещества объединяют группу веществ, обладающих рядом свойств, присущих истинным витаминам, но не удовлетворяющих всем требованиям, предъявленным к ним. Витамин В13, аротовая кислота. Он благотворно влияет на функциональное состояние печени, ускоряет регенерацию печеночных клеток. Имеются данные о том, что аротовая кислота кислота B13 повышает плодовитость и улучшает развитие плода. Суточная доза 0,5-1,5 грамма содержится в пивных дрожжах, печени, молочных продуктах. Витамин В15, пангамовая кислота впервые выделен из ядер косточек абрикосов. Важнейшее и основное физиологическое значение заключается в его липотропных свойствах и функции доната подвижных метильных групп. Имеется перспектива применения B15 в спортивной практике. Он улучшает тканевое дыхание, повышает использование кислорода в тканях и участвует в окислительных процессах, стимулируя их, в связи с чем используется при острых и хронических интоксикациях. Суточная потребность не установлена. Парааминбензойная кислота, сокращенно ПАБК. Витамин H1. Это бесцветные кристаллы, растворимые в воде. Физиологическое значение. У животных под влиянием недостаточности этого витамина возникают нарушения пигментообразования, депигментация волос и другое. Задержка роста, расстройство гормональной деятельности и другое. Суточная потребность пока не установлена. Холин. Витамин В4. Главный защитник печени. Кристаллическое вещество белого цвета, хорошо растворимое в воде и алкоголе. Физиологическое значение. Его важнейшая биологическая сторона действия — липотропное свойство, то есть ускорение обработки и использования жиров. Липотропный эффект холина проявляется путем участия его в синтезе фосфолипидов в печени, обеспечивая быстрое освобождение печени от жирных кислот. При его недостатке наступает жировая инфильтрация печени. Холин оказывает влияние на процессы белкового и жирового обмена, обезвреживая ряд вредных для организма веществ, селен и другие. Очень активен в профилактике атеросклероза. Потребность точно не установлена, считается от 0,5 до 3 грамм. Признаки недостаточности. Замечено что дефицит холина приводит к отложению жира в печени. Возможны заболевания почек, связанные с кровотечением. Лечебно-профилактическое значение. Прием продуктов, богатых холином, поддерживает целостность клеточных мембран. Ведь холин входит в состав лицетина, структурного компонента клеточной оболочки. Предупреждает некоторые заболевания нервной системы. Например, такие как непроизвольная мимика, разного рода гримасы, языка, сосательное движение губ и так далее. Продукты богатые холином уменьшают повреждение печени от алкоголизма и гепатита, снижают уровень холестерина в сыворотке крови. Кому может потребоваться дополнительный прием? Обычно организм полностью обеспечивает себя холином сам естественные источники – арахис, проросшая пшеница, все виды капусты, овсянка. Инозит, витамин В8. Инозит обладает выраженными липотрупными и седативными, то есть успокаивающими свойствами, а также оказывает стимулирующее действие на моторную функцию пищеварительного аппарата. Потребность от 1 до 1,5 грамм в сутки. Содержится в дынях, капусте, морковке, картофеле, свекле, помидорах, клубнике. Особенно много в пшеницы. Карнитин, витамин БТ, он необходим для нормальной функции мышц и поддержания их оптимального физиологического состояния. Суточная потребность не установлена. Основные источники считаются мясные продукты. Витамин У, он способствует заживлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом нормализуется функция желудка, он оказывает благоприятное влияние на слизистую облочку желудка, стимулируются процессы регенерации ее клеток применяется при хроническом гастрите при длительном применении в течение нескольких месяцев он не оказывает отрицательного влияния в отличие от метионина, длительная тепловая обработка приводит к полной потере витамина У. Содержится в капусте свекле петрушки. Вред искусственных витаминов. Из изложенного о витаминах становится вполне очевидным, что их активность во многом зависит от белкового носителя. Без этой второй половины они неэффективны и вообще процессы получения искусственным путем из органической формы переводятся в кристаллы кристаллическую, которая по своей сути уже неорганическая и в таком виде нами не усваивается. Многие в этом убедились на собственном опыте, принимая различные поливитаминные препараты, ундивит, дикамивит и прочие. При этом моча окрашивалась цветом этих витаминов и имела характерный запах. Характерный запах опять-таки этих же витаминчиков. При таком оздоровлении мы перегружаем печень и почки этой неорганикой, нарушая необходимый баланс в организме, внося в него вместо упорядоченных структур хаос. Если мы потребляем больше, чем нам необходимо, природных витаминов, то наш естественный трофастат это бактерии, разрушает и выводят лишнее. Вообще передозировку витаминов в натуральной пище сделать весьма трудно, а в искусственном весьма просто. И я лично знаю случай, когда ребенок скушал пачку таких витаминчиков и умер. В качестве примера вредного действия больших доз искусственных витаминов я привожу статью из журнала «Здоровье». За витамином С прочно закрепилась репутация безвредного препарата. Однако в последние годы врачи все чаще стали наблюдать у людей побочные реакции, вызванные чрезмерными дозами витамина С. Ведь многие пытаются предупреждать или лечить с помощью его острые респираторные вирусные заболевания, грипп и некоторые другие болезни, и принимают по своему усмотрению витамин С в дозе от 4 до 6 и даже 10 граммов в сутки при норме около 100 миллиграммов. Вообще ученые разных стран солидарны в мнении, что прием витамина С не повышает устойчивость организма к простудам. Более того, чрезмерные дозы витамина С ухудшают течение некоторых инфекционно-аллергических заболеваний и в частности ревматизма. Наиболее опасным следствием максимально максимальная доза витамина С является повышенная свертываемость крови, в результате чего образуются тромбы, оказывая раздражающее действие на слизистую оболочку органов желудочно-кишечного тракта. Избыточные дозы витамина С вызывают боль в подложечной области, изжогу, тошноту, рвоту, понос. А вот большая миска салата из капусты, моркови, петрушки и так далее, содержащая кучу витамина С, ничего подобного не вызовет. Вот почему у любителей витаминчиков Нередко обостряется течение гастрита с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, витамин С, повышая количество мочи, ускоряет образование в почках и мочевом пузыре камней из солей щавелевой и мочевой кислот. Тех, кому делают инъекции витамина В12, врачи, как правило, предупреждают, что не стоит принимать витамин С, поскольку он способен разрушать витамин В12. Больные диабетом должны знать, что большие дозы витамина С унитают выработку инсулина в поджелудочной железой и повышают содержание сахара в моче и крови. В самое последнее время установлено, что большие дозы витамина С тормозят скорость передачи нервно-мышечных импульсов, вследствие чего возникает повышенная мышечная усталость, нарушается скоординированность зрительных и двигательных реакций. Вывод может быть только однозначным. Употребляйте только натуральные витамины. По медицинским источникам мной составлена таблица, указывающая по каким симптомам можно определить, какого витамина или витаминов не хватает, и подбором продуктов питания с обильным содержанием недостающих витаминов устранить нарушения. Таблица 1. Клинические признаки витаминной недостаточности. Наименование витамина – признаки витаминной недостаточности. Кожа. Витамин А. Бледность и сухость кожи, орговение волосяных фолликулов, образование угрей, наклон с гнойничковым поражением. Каротин, экзема, витамин D, потливость, витамин B2, сухость, синюшная сгуб и рубцы на них, хейлоз трещины и корочки в углах рта, ангулярный стоматит, себарийный дерматит носогубных складок, витамин ПП, сухость и бледность губ, эритема тыльной поверхности кистей руки шеи, шелушение, гиперкератоз, пигментация. Витамин В3, дерматиты. В6, сухой себарейный дерматит, хейлос, гласит. Витамин H, чешуйчатый дерматит. Витамин С, цианоз губ, ушей, ногтей, бледность и сухость кожи. Волосы. Витамин А. Сухость и тусклость волос. Витамин В3. Обесцвечивание волос. Витамин H. Облысение. Витамин С. Ороговение волосяных фолликулов с единичными петихиями. Ногти. А. Ломкость и исчерченность ногтей. Глаза. А. Конъюнктивит и блефорит. Единичные бляшки бит. Светобознь, ночная слепота. Витамин В2, светобознь, конъюнктивит и блефорит. В6, конъюнктивит, язык. В2, сухой ярко-красный. ПП – обложенный, отечный, борозчатый или сухой, ярко-красный, болезненный с трещинами. Кости и зубы. Витамин D – деформация грудной клетки и позвоночника, крошащиеся зубы. Дыхательная система. Витамин А – склонность к ринитам, бронхитам, пневмонии. Витамин D – наклонность к заболеваниям дыхательных путей. В1 – одышка. Кровь. Витамин К. Ухудшается свертываемость крови. Витамин В2. Снижение содержания лейкоцитов. Нарушение функций капилляров. Снижение их тонуса. ВС. Анемия. В. Ломкость капилляров, кровоизлияние. С. Кровоточивость десен при присосе губами или чистке зубов. В3. Поражение артерии стоп. Пищеварительная система. Витамин А. Из-за перерождения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта могут быть диспептические расстройства, нарушение желудочной секреции, склонность к гастритам, калитам. В2. Недостаточная функция органов пищеварения, особенно печени и желудочной секреции. Витамин ПП. Нарушение со стороны кишечника. Стойкий, непрекращающийся понос. В3. извязвление в кишечнике. Ожирение печени. Халин цирроз печени, возникновение в ней некротических очагов. Б1. Запор, потеря аппетита. Нервная система. Б1. Быстрая психическая утомляемость, поражение периферических нервов конечностей, главным образом нижних витамин ПП, невростинический синдром, раздражительность, бессонница, подавленность, заторможенность, нервно-мышечные боли. Б3. Нарушения со стороны нервной системы, судороги, паралич, порезы и другое. Расстройство нервной трофики. Б6. Нервно-психические расстройства, депрессия, психические реакции, раздражительность, бессонница и другие. С. При скрытой форме а витаминоза развиваются следующие патологические состояния. Атеросклероз, невроз, стрессы. Халин. Нарушается обмен жиров в нервной ткани, печени, почках, сердечной мышцы. Холиновая недостаточность вызывает выраженную склонность к опухолевому росту. Почки. А. Витамин. Перерождение эпителия в самой почке и в мочевыводящих путях. Отсюда пиелиты, уретриты, циститы. Общее состояние. Д витамин. Общая слабость, раздражительность. Витамин Е, мышечная слабость. Витамин П, общая слабость. В1, быстрая психическая и физическая утомляемость. Мышечная слабость, утомляемость при ходьбе, при пальпации, болезненность икроножных мышц. Половая функция. Витамин А, перерождение и ороговение эпители в матке и влагалище. Каротин, ослабляется деятельность половых гормонов. Витамин ухудшается половая функция преждевременная старость каротин преждевременная старость опухоли в 6 интенсивное развитие процессов старения энзимы энзимы сложные органические вещества которые образуются в живой клетке играют важную роль катализатора всех процессов, происходящих в организме. Они имеют белковую природу, но состоят из двух компонентов. Белкового носителя, апоэнзим, и активной части энзима, имеющей небелковую природу, коэнзим. В активную часть входят железо, марганец, кальций, медь, цинк, а также некоторые витамины. Коэнзим становится активным тогда, когда соединяется с носителем, главной массой энзима. Будучи белковым веществом, энзимы при нагревании до 54 градусов Цельсия необратимо коагулируют, то есть сворачиваются и теряют свои каталитические действия. Также они легко разрушаются под действием кислорода и света. Все процессы обмена веществ белковый, углеводный, жировой, витаминный, минеральный, протекают при содействии энзимов. При нормальном атмосферном давлении и температуре 37 градусов Цельсия в живом организме эти процессы протекают быстро, сберегая большое количество энергии. Установлено, что существует родственная связь между энзимами, гормонами и витаминами. Известно, что витамины и болезни вызваны неправильной внутренней секреции объясняется нарушением энзимных процессов организма. Сырой пищей от 60 до 80 процентов энзимов достигает тонких кишок без изменений. Но чтобы проникнуть через стенку кишечника, они распадаются на эпоэнзимы и коэнзимы. И после попадания в кровь снова соединяется, активизируя жизненные процессы. Витамин Е, которым насыщена свежая растительная пища, играет роль защитника фактора энзимов. Как уже указывалось, индуцированный автолиз возможен при самом активном участии энзимов, что значительно облегчает работу пищеварительных желез. Когда энзимы употребляются в большом количестве, кишечники высвобождают кислород богатый кислородом слой необходим для развития здоровой кишечной бактериальной флоры он также препятствует развитию болезнетворных бацил. У людей, которые питаются вареной и консервированной пищей, часто наблюдается недостаток энзимов в крови и в межклеточной жидкости. Жизненные процессы протекают вяло, натужно. При питании сырой растительной пищей жизненные процессы, наоборот, протекают усиленно и экономично. В крови много энзимов.